Матпомощь ко Дню Победы получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной. Деньги выплатят с 26 апреля по 4 мая. Суммы будут варьироваться от 850 до 2000 рублей. Это больше, чем в прошлом году. Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 10 миллионов. Первый опытно-промышленный образец белорусской вакцины от COVID-19 планируют получить в апреле. Препарат пройдет клинические испытания и будет зарегистрирован к концу года. В стране активно развиваются медицинские исследования. В 2022 разработано и внедрено 734 новых метода и алгоритма оказания помощи. Беларусь вышла на лидирующие позиции на постсоветском пространстве по уровню газификации населенных пунктов. Природным топливом обеспечены 118 районных центров, 115 городов, 85 городских рабочих и курортных поселков. Это более 83% жилищного фонда. В течение 60 лет было построено свыше 66,5 тысяч километров газопроводов. В Бобруйском районе погиб пенсионер. ЧП произошло в среду в деревне Петровичи. О пожаре спасателям сообщил местный житель. Сотрудники МЧС обнаружили в комнате тело хозяина 1950 года рождения, который проживал один. Предполагаемая версия возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов. Это подрывает численность популяции и способность к вегетации. К тому же многие виды занесены в Красную книгу. Среди них, например, ветреница лесная, купальница европейская, прострел луговой и фиалка топяная. За их уничтожение грозит штраф.